Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами снова канал «Рукой подать», и мы продолжаем находиться в Бангкоке. И дальше мы с вами поедем в очень интересное место. Я думаю, что сегодня будет очень много контента, и будет очень длинный выпуск, много видеозарисовок. Друзья, мы с вами подъезжаем к прекрасному парку Ocean City, или еще его называют Muang Baran. Также по-русски его можно найти в Бангкоке как парк Древний Сиам или Древний город. Ну что, very good, very fast. Мы добрались до места. Открыт парк с 9 утра до 7 вечера. Из способов перемещения, поскольку он очень большой, есть вот электрокары, можно арендовать, не знаю, почем стоит, напишу ниже, если потом узнаю. Там вот есть какие-то трамвайчики, и метод, так сказать, бюджетный, это велосипед. Ну, он бесплатный. Он бесплатный, да. И, как сказать, опять же, движение. Раньше, по крайней мере. Где касса-то? Здесь, наверное. Hello. Ticket. 700 baht for one person. Including bicycle as well. Подожди. Включаю велосипед. Гольфкар стоит 350 четырехместный. Там в два раза дешевле на клопе. Ты зря подошла, спросила, надо было просто посмотреть. Мы купили ваучер из интернета, ссылочку поставим внизу, и вместо 700 бат, да, получается меньше 400 бат. Ссылочка будет, пользуйтесь. А bicycle not included? Велосипед дополнительный. Ну, окей. Buy a golf car. Did you have just booking just now? Just now? Oh, yes, maybe yes. It will take maybe 15 minutes to Leo. We must wait some time, yes? Yes. Даже чуть подождать, не прошел еще платеж. Здесь вот есть трамвайчик, тоже 50 бат, вот он стоит. По времени ходит. И он ходит в 4 места. Есть еще. И по 20 минут стоит. Есть трамвайчик, тоже ходит в 4 места, по 30 минут стоит. Можно одеться в тайское платье за 200 бат и сфотографироваться. И ходить в тайском платье. И ходить в тайском платье. Ну, нет, наверное, тут это как надо ездить уже в таком платье. И машинки вот гольфкара 350, либо... Russian. Yes, we want to rent the bicycle. So it will be two bicycles. 100 bucks. Ну, видишь, есть нюансы, но все равно это дешевле. Здесь вот есть ресторан, работает с 11. Ну, мы покушаем все там куда-нибудь. Плюс 100 Блин, они такие милые, я не могу. Такие хорошие. Велосипедики мы берем, а там вот сидит паренек. Так понимаем, мы к нему. Вон сколько велосипедиков, большой выбор. We can choose? Hello. Давай я подержу. It's okay. Хорошо. Транспорт мой на сегодня. Thank you.
этом выпуске будет очень много видеозарисовок, потому что комментировать как-то вот все прекрасные места, которые есть в этом парке, их превеликое множество, не имеет никакого смысла. Смотрите, наслаждайтесь. Древние домики и утвари разные древние. Посмотри, места хранения, шкафчик. Можно везде заходить, только раздуваться. Здесь старинный тайский базарчик. Ну, понятно, что здесь везде сейчас продают современные вещи. И можно перекусить в кафешечке. И можно что-нибудь купить, какую-то мелочевку. Так, старинные тайские лавочки везде. Посмотрите, какой храм волшебный вот тут. Вот сейчас мы с вами туда зайдем. Вот парк с храмом. Очень красиво. С фонтанами, с цветами. Варана видели? Не знаю, получился он, не получился.
Смотрите, какой красивый дворец. Вот мы приехали. Посмотрите. Какой классный. Дусит Махап Прасад Палас. Давайте почитаем кратенько, что это такое. В общем, это большой королевский дворец, где, соответственно, вершились королевские большие дела. Был построен он Рамой Первым в 1806 году. Давайте пойдем посмотрим. Ты посмотри, какие сады, Алеша. И вот вы гляньте, здесь вот на что глаз не положишь. Все прям шикарное. Куда не бросишь взгляд, куда не равно. Очень круто вообще. Можно зайти в храм. Везде только надо развиваться. Нет, вы вот на это вот посмотрите, вот вообще. Народу не много здесь. Народу вообще практически нет никого. И, ну, тайцы немножко. И очень прям, вот очень красиво все. Такой шикарный парк. Просто вот вообще, вот здесь фонтан, вот здесь цветы огромные цветут. Передых. Зашли мы вот здесь в такое вот, да, маленькое кафе. Крохотное. Вот ценничек. Разный чай и кофе. 50-60 бат. Питьевая вода 10. Какая прелесть, Илюш. Вот это вот с лимоном, это, по-моему, Карин, это как раз вот это. Тебе не нравится это? Нет. Это такой молочный. Да, я так люблю молочненькие коктейли. А мне нравятся варки. Ну, там много чая. Прям крепкий чай и с водой, ледяной чай. Давайте посмотрим, здесь вот гонг такой висит из камня. Огромный. А здесь вот еще такая вот штука с палкой. Класс. Не знаю, как достать палку. А, тут как-то хитро. Полку заделана, я не знаю, как достать палку. А вот здесь вот храм. Давайте зайдем.
Ну, смотрите, здесь ступня Будды. Как он зеркала, зеркала, зеркала. Посмотрите, как здорово. Вау. Фонтан, который там... демоны сражаются с обезьянами. А там вот какую-то женщину похитили. Это Рамаяна. Это царь обезьян? Там царь, там надо сюжет вспоминать. Там он наоборот, по-моему, спасал. В итоге. Там все сложно. Я не знаю, обезьяны это или демон. Обезьян. А демоны, наверное, вон зеленые. Ага. Видишь, вот обезьяна сражается с крупным демоном. Да. Не очень мы знаем эпос, но очень красиво. Вообще шикарно. Смотрите, пожалуйста. Шикарно просто вообще. Мечта инстаграмщика, а не парк. Смотрите, какой гибискус шикарный. У меня на подоконнике что-то не цветет. А здесь смотрите, как цветет хорошо. Вот такие цветки красивые. А здесь озеро, смотрите, птицы. Как красиво кругом. Как такой цветок называется, я не знаю, но он как игрушечный, как будто из пластика. И этих цветочков здесь полным-полно, смотрите. Мы пришли с вами в следующее прекрасное место, называется Древний театральный павильон. Посмотрите, пожалуйста, как здесь тоже прекрасно. Есть вот такая вот сцена, вокруг которой, я так предполагаю, происходило действие. Ты, наверное, на VIP-местах сразу. Красивый фонтан. Давайте подойдем, посмотрим сцену. Вау. Тут роспись какая-то красивая. Такая вот резьба. Очень все классно сделано. Сейчас с вами подойдем к фонтану с большим Буддой. Смотрите, как там красиво. Здесь вообще вот, ну вот каждые 50 метров что-то удивительное. Вот этот вот парк, он вообще изумительный просто по впечатлениям. Смотрите, какой шикарный фонтан. Если чуть-чуть дальше пройти, попадаешь тоже в прекрасное место. Здесь вот красивый маленький мост. А сюда вот заходим. Какой-то волшебный сад. Слышите, это павлины. Это павлины кричат. А здесь вот тоже фонтанчик. Такой чудесный. Thank you.
Хорошо тебе? Слушай, ты посмотри. Посмотри, какая красота. Там белки, мы что-то с тобой наоборот легли. Там белочки. Очень упитанные. И птицы. Ну, помаши нам ручкой. Я пошла. А мы с вами сейчас пойдем дальше и посмотрим вот эти древние развалины, которые здесь находятся. Посмотрите, пожалуйста, вот они как выглядят издали. Очень прикольно. Я так понимаю, это остатки каких-то старинных сооружений. Они перемещены сюда и отреставрированы немножко. Мне кажется, к ним нельзя подходить близко. Во всяком случае, тут нет ни дорожек, ни тропинок. Видимо, их только можно издали смотреть. Таблички, поясняющие с той стороны, остались, поэтому я не смогу вам рассказать конкретно, что это. Но выглядит очень впечатляюще. И да, это какие-то старинные штуки. Давайте все-таки вот поближе подойдем вот здесь по травочке. А может быть и не старинные. Нет, это не старинные штуки явно. Они сделаны как макеты. Но выглядит очень красиво. Давайте посмотрим. На самом деле мы с вами еще только в самом начале парка. Я не знаю, вот сколько со времени начала выпуска, сколько я там повырезаю. Но мы здесь уже несколько часов. Вот, и мы еще только в начале. Давайте пойдем вот в тот вот дворец. Вон тот со змеями на входе. Это уменьшенная копия какого-то дворца. Я сейчас подойду, скажу вам. Ребят, я вот это вот произнести даже не смогу. Я вот открыла переводчик. Видите, святилище Пхимай. Накхон Ратчасима. Ну что, зайдем с вами? Туда внутрь не попадешь, он маленький, потому что это копия. Но на самом деле он, наверное, был огромный. Идемте. Там внутри ничего нет, ну, то есть это просто, как скажем, арт-объект. Смотрите, как цветок здесь вырос и зацвел. Класс. Радуют эти кактусы, ребят, потому что они огромные. Посмотрите, какие они прекрасные. Они еще цветут. Вот здесь вот уже был бутон, и еще цветок наклевывается. Очень молодцы, очень большие. А мы с вами вот к тому храму идем. Смотрите, вот через эту аллейку. Вот идем к тому вот храму темному. Так, снова откроем с вами переводчик. Прасад Садок Коктом Сакаео является Кхмерским заповедником, датируемым 15 веком. Был построен в согласии с индуистами. Состоит из трех зданий из песчаника, окруженных каменной стеной. Давайте посмотрим. Вот посмотрите, как выглядит храм. Прекрасно. Сейчас мы зайдем в него. А я вам пока покажу с этого берега, какой прекрасный вид. Там вот тоже большой Будда. Здесь вот эти вот копии древностей. Очень красиво. Интересно, можно заходить?
если внутрь подняться. Посмотрите. Минус в том, что это все копии. Плюс в том, что, ну, как бы это все здесь можно посмотреть оперативно в такой вот, ну, что можно посмотреть в оперативной доступности. И все воспроизведено, на самом деле, это, ну, очень талантливо, я бы сказала. И вообще задумка очень хорошая, очень классная задумка. Смотрите, красота какая кругом. И вот эта природа. И эти деревья. И эти старые постройки. Ну, пусть не старые, но все равно, блин, мне так нравится здесь, это очень прикольно. Ребятки, посмотрите, это корова Зебу. Алёш, какие у нее ушки, ты посмотри вот у той вот. Блин, жалко, что опасно подойти близко, а так, ну я не знаю, я попробую увеличить на максимум, когда буду монтировать. Посмотрите, у нее какие ушки. Ну, вот это вот бык, и я к нему не хочу идти. Но он очень добренький, видно, да, Алёш? Не очень, да? Смотрите, они здесь как хорошо пасутся. Тенечки. На камере, наверное, будет видно, что далеко они. На самом деле, вот они, через дорогу от нас. Вот мы, а вот коровки. Вы видите, какой горб у них? Это вообще все мальчики. Между прочим, ушастенький тоже мальчик.